Дом на улице Калинина, 13. Здесь в рамках месяца чистоты и порядка обновили цокольный этаж здания, отремонтировали входную группу, провели генеральную уборку в подъездах. И, конечно, благоустроили дворовую территорию. Изменения налицо, признаются местные жители. Сейчас вспахивают газон, покрашены клумбы, то есть сделано буквально все, что только можно было пожелать. Еще нам осушили подвал. А еще специалисты коммунальной службы осмотрели инженерные коммуникации. Насколько качественно проведены работы, оценил Дмитрий Волошин. Безусловно, наша задача проверять качество работ и осуществлять контроль за теми компаниями, которые сегодня управляют этими домами, чтобы люди не были без внимания и все их вопросы решались не просто когда-либо, а именно в те сроки, отведенные сегодня, в которые эти проблемы должны решаться. Поэтому большая комиссия, объезжаем город. Специалисты преображают центральные улицы, дворы, парки и скверы. Работы идут параллельно сразу в нескольких микрорайонах городского округа. Приводят в порядок свои территории и сами жители в рамках городских субботников. Тепло пришло в этом году к нам рано. Хочется побыстрее убрать двор, убрать дом, помыть окна. Поэтому с большим удовольствием жители выходят. На встрече Дмитрий Волошин пообщался с местными жителями. Собственники квартир обратились к главе Химок с проблемой, которая особенно дает о себе знать период дождей. В многоэтажке протекает крыша. Потолки закрыли фанеры, и из-под фанеры течет все. Кровлю отремонтируют, заверил Дмитрий Волошин. Глава Химок дал соответствующее поручение управлению жилищно-коммунального хозяйства. Послушал, поговорил с людьми. Некоторые наши жители пригласили в гости. Значит, поднялся к ним в квартиру, посмотрел, в каком состоянии находится потолок. И вместе со специалистами в жилищно-коммунальном хозяйстве сделали выводы о том, что нам необходимо в срочном порядке ремонтировать кровлю. Все поменяем, не переживайте, договорились. За то, что вы слово держите. Нет, новость о предстоящем ремонте кровли стала для жителей приятным событием. Очень мы любим свой дом и любим свой двор. И, конечно, хотелось бы, чтобы дом наш существовал еще много лет и достался он нашим детям, внукам. Месяц чистоты и порядка продолжается. Всего до мая обновят 1440 многоэтажек, преобразят и около 600 дворовых территорий. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Якимки ТВ.